Инфекция неизвестного происхождения, ЧП в 31-й школе. Накануне несколько учеников отравилось. На данный момент известно об 11 случаях. Не исключено, что могут быть и новые факты. На ситуацию немедленно отреагировали специалисты Роспотребнадзора. Они выехали на место с проверкой. Сейчас школьная столовая закрыта. Проведен весь комплекс необходимых мер, в том числе взяты анализы. Проводится проверка документов. Как нам стало известно, все пострадавшие дети учатся в разных классах. Регистрируется инфекционная заболеваемость. На данный момент пришло 11 экстренных извещений. Это заболело 11 детишек, из них четверо госпитализированы. Мероприятие по школе проводится, ситуация на контроле Роспотребнадзора. Школа у нас новая, там пищеблок хороший, все цеха, все абсолютно есть. Продукты получают с комбината школьного питания. С этого комбината у нас большинство школ получают продукты. Они получают полуфабрикаты, а там идет доготовка продукции. Как нам стало известно, у всех работников пищеблока имеются санитарные книжки. В учебном заведении, между тем, ситуацию никак не комментируют. Анализы о характере болезни будут готовы уже на днях. Предварительно это кишечная инфекция. Проверка же займет не меньше 3 недель. Четверо пострадавших госпитализированы в Сургутскую ОКБ. Они поступили с жалобами на температуру, боль в животе, рвоту. Состояние детей оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Мы занимаемся лечением. Лечение проходит успешно. Все медикаменты у нас есть. Лечение получает в полном объеме все то, которое положено при данной инфекции. Между тем, питание в 31-й школе пока не организовано. Ожидается, что на днях этот вопрос будет решен. Пока дети носят еду из дома. Мы следим за развитием ситуации.